Валерий, во-первых, добрый день, доброе утро. Вообще спасибо, что приехали к нам в Балашов, что согласились на интервью. Скоро, буквально через месяц, наш славный город Балашов будет отмечать свой очередной день рождения. Вот если вас пригласят, приедете к вам. Обязательно. Обязательно приеду. Приглашайте. Хорошо. Ну, я знаю, что у вас есть уже небольшие наброски, новые песни. Презентуйте с тобой. Хотел прям. Конечно, с удовольствием. Еще нигде она абсолютно не звучала. Я был на даче перед поездкой в ваш город и набросал какие-то строчки. Ну, давайте попробуем. Давайте попробуем. Да, мне всегда казалось, что мы неразлучны. Мне всегда казалось, нет на свете тебя лучше. Нас называли жених и невеста. Мы развлекались, все было очень просто. Так мне казалось, и не было сомнений. Но в миг все поменялось, остались только тени. Гуляли, развлекались, все было очень просто. Мы целовались, это космос. Улетаю в космос от винта аэроплан, от винта. Надоела мне земная суета. От винта аэроплан, от винта. Улетаю в космос на все лето. Мы танцевали, мы кружились в вальсе. Не было сомнений, между нами разногласий. Ветер трепал нежно твои волосы. А накануне лета стали возникать вопросы. Возникать вопросы, где не было ответа. Испарилась и исчезла накануне лета. Накануне лета ты ушла. В душе моей образовалась пустота. Улетаю в космос от винта аэроплан, от винта. Надоела мне земная суета. От винта аэроплан, от винта. Улетаю в космос на все лето. Улетаю в космос на все лето. Браво, спасибо. Спасибо вам большое. Спасибо. Все, Сергей. Спасибо. Да, спасибо большое. Много слов там наговорил. Вырежете, если что-то. Ну, да, это наша работа. 2 числа это.